Дорогие друзья, дорогие братья, сестры, дорогая Наденька, все дочери Юрия, родственники, еще раз хочу всех вас поприветствовать. Поприветствовать этим прекрасным приветствием. Мир вам! В 14 главе, 13 стих, он записал такие слова. «Блаженны те, кто умерли с верой в Бога, в Господа». И вы знаете, людям мира сего, которые отвергают Слово, которые пренебрегают Словом, им не понять это блаженство, потому что они отвергают Слово. А нам, уверующим, уверовавшим в Господа, это очень понятно, очень близко и очень не только приятно, но вожделенно. Потому что мы знаем, почему блаженны те, которые умерли в Господе. Потому что тот же Иоанн записал в 11 главе в своем Евангелии такие слова: «Я воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, то что сделает? Оживет». И он в другом месте говорит, сам Христос, такие слова: «Я воскрешу его в последнее время». И Библия говорит: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». Вот по нашему человеческому, вот не время было нашему брату Юрию умирать, но у Бога свое время. И нас радует то, что Он сказал, что будет время, когда Я всех тех умерших, Я их воскрешу. Я им подарю новые тела, небесные, прославленные, прекрасные. Слава нашему Господу! Мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил вот это общение. Это последнее общение, когда мы можем последний раз вот в присутствии тела нашего дорогого брата собраться вместе. Мы помолимся. Мы от всего сердца благодарим Тебя, что Ты подарил нам этот день. С одной стороны, он день печали, потому что мы расстаемся с нашим братом. Наша дорогая сестра Надежда расстается со своим мужем, дочерью Юрия, своим папой, отцом, родственники своим прекрасным братом, кому-то племянником. Господи, но мы очень благодарны Тебе, что это и день радости, когда мы вспоминаем Твои слова, что придет время, когда Ты поднимешь всех тех лежащих во прахе тела. Но не те тела, которые сегодня мы хороним здесь на земле, но тела Ты дашь прекрасные, прославленные, небесные, и мы будем вечно с Тобою. Слава Тебе! Благослови Твоим божественным благословением слово, которое будет говориться здесь, свидетельство, пение. Благослови во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Братья, сестры, мир вам! Знаете, на этом месте, где мы прощаемся с дорогими, близкими, где похоронено много людей, сказать вот это слово «мир», «мир вам» — это особое состояние, потому что не все могут сказать это слово. Это слово могут сказать только христиане, которые знают, что такое мир. Христиане, которые знают, что есть Господь. Христиане, которые знают, что это место, где мы хороним наших близких, это место временное. И Писание говорит, что мы сеем то, что однажды восстанет в силе. Писание говорит, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, и большинство людей верует, что Он умер, и большинство людей могут признать, что да, Христос был на земле и Он умер. Веруем ли мы, что Он воскрес? Мы праздновали праздник Пасхи не так давно. Мы верим, что Христос действительно живой, и сегодня Он присутствует с нами, как Он обещал в Своем Слове. Он сказал, я не покину вас. Он сказал, я приду к вам, я буду с вами. Он сказал, когда Он с этой же горы Елеонской возносился, Он сказал, се я с вами во все дни до скончания века. Но живой Господь, Он ожидает от нас не просто признания, что Он живой, что Он где-то рядом. Он ожидает от нас веры. А вера истинная и христианская – это не просто признание существования, это доверие себя в руки воскресшего Господа. Это вручение себя в руки Господа и уверенность в том, что Господь ведет нас по жизни, Он ведет по Своей воле, и Он доведет нас до вечности. Поэтому апостол Павел здесь говорит, ибо если мы веруем, что умер и воскрес Господь наш, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Сегодня, когда мы прощаемся с братом нашим, в этом должна быть наша вера. Если мы верим, что Христос умер и воскрес, то все те, кто умерли в Господе, это особое состояние, которое описывается здесь, сказано, что те, которые мертвые во Христе. Что значит мертвые во Христе? Для нас вот это слово «во Христе» в Новом Завете, оно имеет особое значение. Павел столько много говорит о том, что это за место пребывания во Христе. Когда мы приходим к Господу верою, когда мы каемся в наших грехах и получаем возрождение, Бог нас помещает в тело свое. Мы оказываемся во Христе с момента нашего возрождения. Это особое положение. Помоги нам, Господь, вот сегодня, когда мы прощаемся с братом Юрой, проверять себя. Мы не знаем, когда настанет этот день. Мы не знаем, кто будет следующий. Мы не знаем, как быстро это произойдет. И самое главное решение, наше вечное место пребывания, оно определится нашим состоянием, состоянием нашей веры. Поможет нам в этом Господь, я хотел сказать вам, Надя, детки. Ваш папа, он ушел. И Писание дает нам надежду. Оно дает нам успокоение, оно дает нам мир. Что мы ожидаем сегодня? К чему сердце наше привязано? Есть ли у нас эта жажда, ожидание этого момента восхищения Церкви? Да поможет нам Господь, чтобы это было. Это определяло нашу веру. Это давало нам уверенность. Это давало нам мир даже в такие минуты разлуки. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Дорогие друзья, сейчас поделится словом дорогая дочь Юрия, Дашенька. Она, наверное, скажет о своем папочке. Благослови Господь. Hardworking, honest, persistent. Positive, helpful, courageous, confident, generous. Reliable, loving, God-fearing. And so much more. Pushing us to succeed in everything we did. And pushing us outside our comfort zone. Always supporting us in our goals that we set. Okay. And he was proud of our sister Luba when she started attending college, not having finished high school yet. And she'll be graduating a half a year earlier this year, in December. He took interest in flourishing our talents. He would come from work, sweaty and exhausted, and just listen to Anna play the guitar. It was his dream to learn the guitar as well. He was a man of his word and kept his promise. He always told us to keep our promises or to never make one if we could never keep it. His hugs made you feel secure and safe. I remember walking down the aisle at my wedding, and my knees were shaking tremendously. I was so nervous, and holding his arm, I could tell that he felt it. And he squeezed my arm, and at that moment, everything went away. He always put our needs ahead of his. I wish to be half the person Father was. He rated happiness and positivity wherever he went. He was a little hard at times and tough, which Anna gets so much of it. Alex is a miniature version of him. And whenever we look at her, we can see our father. He did everything to support and provide for his family. He would stay up late to help us with math homework because that was his strongest subject. And when I mean it was his strongest, he can calculate any equation faster in his head than I would on a calculator. Now that's impressive. He always wanted boys, but sorry, Dad, you got four girls.
that never stopped him from wrestling with us and teaching us how to use all the tools in the shed. Can you imagine four intelligent women in the front yard fighting over a lawnmower or to trim the hedges? The girls and I remember an evening when our father was teasing our mother, and they playfully started to run around the kitchen and the living room because my mom was racing after him with the kitchen towel. There were so many moments just like those, especially when the lights went out in our neighborhood. My mom's a huge collector of oil lamps. We would turn those on, turn on a classy song or something on the phone, and we would all just dance. Every morning before leaving to work, he would make sure to stop by each one of our rooms to make sure that we were tucked in bed and warm before he left. He always gave us those amazing ear massages that we loved. And when we felt one coming along, we were ready to place our next ear. Whenever some of his favorite songs came on, he had the silliest dance move that you couldn't resist joining into. It was hard to resist it, trust me. He would always tell us that there's room for improvement, that it could always be better done, and that you just have to think a little outside the box. We were always eager for the months of May through September because watermelon picking was a must with our father. We would pick a truckload full, bring it to church the next morning, and sell. He had all the profits go to the church, never keeping a dime for himself. Our father helped with installing windows at Third Slavic and was eager in waiting for the church that I go to, Rockland Baptist Church, to start building their church so that he could help there as well. He not only wanted to support and provide for his family, but for others as well. He never refused to help anyone in need and always tried to see the best in people. We see that in Anna. She strives to see the best in people, even though we try to say there's been a lot of chances. Come on, take a look at reality. She's always, but no, maybe this person is having not such a good day. Maybe he just needs a little support, a little bit of help. And that's what our father always had. He maintained peace and harmony with everyone that he met and everyone that was in his life. He loved music so much, I don't even know how much I can emphasize on that. Whenever there was a family gathering, a birthday, an anniversary, any gathering, he was always the first one to ask when we were gonna sing. I know that music is a big factor that we inherited from our father. Our mother, till this day, doesn't understand how we can sit and do our homework while listening to music. He was an honest person at all time, never sugarcoating anything, but saying how it is. When he was diagnosed with brain cancer in December, of 2017. He didn't question God, why? He grew a lot spiritually. He made it a priority to evangelize to everyone who came to visit him since his diagnosis. Even though it was a tough battle, he was fighting. He never managed
to never lose his smile. His sense of humor never left me. I, on behalf of my mom, my sisters, and my husband and I, would like to thank you all for your prayers. Your spiritual and emotional support through these past months. And always lending a helpful hand and financial support. Thank you very much. Я вас всех приветствую. Кто, может, меня не знает, меня зовут Ляна Катыхина, бывшая Тагинцева, я племянница дяди Юры. Дядя Юра был один из моих таких самых любимых дядей, потому что с ним очень легко общаться, он всегда такой был веселый, как мы все его знаем, мы все знаем, что у него был очень такой приятный юмор, всегда было так легко подойти, обнять, поцеловать и вперед, как говорится, всегда было весело с ним. Когда дядя Юра с тетей Надей поженились в 95-м году, мне было 5 лет. И как раз в это время у меня начали воспоминания. В 5 лет уже, когда дети начинают все запоминать. И вот мы как-то приехали в гости, и все постарше, вот мои старшие братики, сестрички, на велосипедах гоняют весь день, всех там радостно, весело. Мне 5 лет, я еще не могла кататься. Так сижу там у бабушки и с девушкой там на ступеньках, такая грустная. Выходит дядя Юра с велосипедом своим большим. Лян, хочешь, я покатаю? Хочу, конечно! Все, посадил меня на велосипед и поехали мы по всему району кататься. Для меня эта радость была великая. Такой внимательный у нас дядя был. Потом, когда они переехали в Америку, мы недалеко за ними приехали. Когда мы приехали, мы жили в одних апартаментах вместе. Мы жили на нижнем этаже, они жили на верхнем этаже. Мы соседи были. Каждый день видались, все время мы общались. И помню один день, как-то дядя Юра к нам просто зашел домой, что-то там с папой разговаривал, а мы порядки дома наводили. Как многие из вас знают, дядя Юра работал на окнах, так что он профессионал в этом. И у нас в кухне такое большое стекло было. Я его стою, натираю весь, все стекло так виндексом забрызгала и начала тереть. Такие полосы везде остаются. Дядя Юра так смотрит на меня, смотрит. Там такая, Ляночка, дай я тебе покажу, как это правильно делать. Мне лет 6 было, 8, ну, мне лет 9-10 было. Подходит, так, Ляночка, вот так это делается. Берешь салфеточку, брызгаешь на нее и натираешь. Я такая, окей, thank you. Так что он и учил, и помогал, и всегда был рядом. Одно такое самое трогательное, запоминательный момент для меня был, это находилось здесь. А когда мы говорили до свидания нашему любимому дедушке, я помню, мы все были очень растроганы, и нам всем было это жалко провожать нашего дедушку. И когда мы проходили и прощались с дедушкой, я очень растроганная была. Я очень сильно начала плакать, И из всех людей тоже так много-много людей было. И вот я стою, плачу, и вот я помню, дядя Юра ко мне подошел, меня обнял, сильно-сильно так прижал к себе, обнял. И вот, не знаю, минут, наверное, 10-15, так со мной стоял, пока я не успокоилась. И вот этот вот момент, это был очень самый-самый такой запоминательный, самый трогательный момент с дядей с моим, потому что он, вот, ну, я племянница его, я даже не дочь ему, но он всегда так обращался к нам, очень трогательно, он очень часто комплименты нам говорил, он очень часто на нас внимание обращал, что вот как будто мы его родные, очень он был такой у нас самый-самый прекрасный дядя, он у нас был, нам очень его будет не хватать. Я просто, сейчас трудно повериться, что уже его с нами нету, но я знаю, что мы увидимся с ним скоро в небесах, что он там, а и
Мы будем радоваться вместе. Спасибо еще раз также всем, кто пришли сюда разделить с нами это время. И да благословит вас всех Господь. Христос воскрес! Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Прочитаем с 42 стиха. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Иисус Христос сам умирал на Голгофе. Он сам умер, и Он же и воскрес. Он нам показал пример, вот этот пример, как каждый из нас будет проходить на этой земле вот этот процесс. И это для всех нас огромнейшее благословение и утешение. В декабре месяце Сергей позвонил и сказал: Юре плохо, Юра в госпитале находится. Мы сели после молитвы, каждое утро у нас в 7 часов утра чтение Слова Божия в церкви и молитва, и в 8 часов мы, в 8.15 заканчиваем. Я говорю: ну поехали съездим, поехали, приезжаем. Приезжаем, он встал, Юра встал, стоит и рассказывает. И рассказывает, я вот был на работе там позавчера, там буквально 2 дня назад, и он в этот день поставил 84 окна, кажется, насколько я помню. 84 или 80 с чем-то, я не помню точно, я не записывал. Вот. И левая рука уронила окно. Вот он левой рукой взял, она не держит окно. Она говорит: раз, упал. Я на нее смотрю, она не слушается. Ну, знаете, как мы члены тела Господа Иисуса Христа, Христос на нас смотрит, а мы не слушаемся, мы делаем что-то другое, не подчиняемся Христу. Вот так мы бываем. И вот он стоит, мне рассказывает, а я думаю, а, интересно, вот левая рука, раз, я ее, окно, а она не хочет. И вот прошло мало времени. И, ну, мало для нас, конечно, как вчера, правда? Вот я помню, мы помолились, ну, он молился, стоял, он не лежал, он стоял, молился, говорит: Господи, я готов трудиться, я готов делать все, благослови, чтобы Ты дал мне здоровье, сил. Ну, так есть в нашей жизни. И вот так вот, если бы каждый человек из нас думал о том, что вот так может быть с каждым человеком. Помни каждый день, что ты можешь умереть. Помни каждый день, что может случиться, что в один момент твоя рука не будет работать, и ты не сможешь поднять ключи. Ты не сможешь завести машину. Ты не сможешь что-то сделать, и пройдет буквально 2-3 месяца, и люди, все родственники будут стоять здесь или в другом месте и говорить: да, был хороший, добрый человек, был прекрасный человек, вообще это был человек золота. Очень жаль, что он ушел, мы все сожалеем. А вот каждый из нас, давайте подумаем, каждый из нас, представим себя, я первый, я лежу здесь, что вы обо мне подумаете, что вы обо мне скажете, о чем он сделал вчера, а что он сделал позавчера, а почему он говорил вот это. А что он делал вообще в своей жизни? Какую пользу он для этой жизни, для Господа приносил? А как он поступал? Вот мы собираемся здесь, и это Священное Писание говорит: благая часть, лучше быть в доме плача, чем в доме пира. Это лучше, и вы все избрали хорошую, благую часть, это все правильно. Но сегодня слово не для Юры. Юра уже на небесах, поверьте, Господь его очистил. А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, исход их считался погибелью, отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире, ибо хотя в глазах людей наказываются. Ну, нам кажется так, в глазах людей. Ну, у Господа это все совсем по-другому. Думаем, ну вот рак, да, там вот наказывают. Не-не-не. В глазах людей это, в глазах Божьих это все по-другому. Бог готовит к тому, чтобы перешел человек. Он посылает вот эти вещи, допускает вот эти вещи, чтобы человек приготовился, ибо в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много благодетельствованы, потому что Бог испытал его и нашел его достойным его. Он испытал его, как золото в горниле,
и принял как жертву всесовершенную. Вот Бог испытал его, как золото, переплавил его. Вот взял его, переплавил его через страдающую плоть, он что делает? Перестает грешить. Вот так в нашей жизни есть. Тогда мы совсем по-другому мыслим, тогда совсем по-другому поступаем. Рано он ушел из этой жизни. Я скажу вам честно, рано. Рано. Ну, в сравнении с некоторыми, которые здесь сидят, рановато, братья, да, сестры. Обогнал некоторых уже вот из сидящих здесь, многих уже. И меня уже обогнал тоже. Праведник умирает, а судит живых нечестивых. И скоро достигшее совершенство юность, долголетнюю старость неправедного. Ибо не увидят кончину мудрого и не пойму, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность. Пусть Господь нас благословит. Каждому из нас быть готовыми к встрече с Господом. Господь Юру испытал, Господь проверил, Господь его представил пред свое величие. Поверьте мне, Господь сделал все для того, чтобы он очистился, для того, чтобы он прошел это горнило испытаний. И когда Господь увидел в нем свое отражение, сказал: теперь ты готов. Нам очень жаль, что он так рано ушел. Нам всегда скорбь, жалко, но пусть Господь благословит и утешит Надечку и деток, и всех детей, и всех близких, родных, и родственников, и даст нам благодати и милости каждому из нас готовиться к встрече с Господом. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя и славим, что Ты великий и всемогущий Господь. Благодарим Тебя, что милости Твоей полна земля. Господи, Ты великий и всемогущий Господь, Ты любишь нас. Ты заботишься о каждом из нас. Благодарим Тебя за жизнь Юры, который прожил на этой земле. Господи, он старался, он трудился, он работал. Он как мог старался славить Твое святое имя. Господи, Ты очистил его, Ты его простил, Ты его помиловал. Ты, Господи, теперь взял его в свои небесные обители. Благослови Надечку. Благослови деток, дочерей благослови, Господи, близких благослови. Даруй мудрости, благодати, благословения, даруй терпение. Даруй, Господи, пройти этот путь нашей сестре Надежде, вдове. Господи, благослови ее вот в этом новом статусе вдовицы. Будь ее отцом, будь ее мужем, будь ее защитником, будь ее благодетелем. Помоги ей вырастить деток, которые еще остались с ней. Даруй ей мудрости, благодати, сил, чтобы во всем славить Твое святое имя. Тебе слава за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Слышали свидетельство о брате Юре, о его жизни. Слушай, это я многое взял для себя, как для отца, как для мужа и как для члена церкви.
Потому я думаю, что каждому из нас было очень много за это время сказано. Как мы должны жить, как мы должны поступать. И мы хотим поступить по Слову Божьему. Вы знаете, неверующие люди, они смеются с христиан, они говорят, сколько можно читать Библию. Но мы всегда ее читаем, потому что мы в ней находим слова исцеления, слова утешения, слова поддержки. Потому я прочитаю только один стих, и мы помолимся. Он записан в первом послании к Фессалоникийцам, 1 глава с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умершем, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Дорогие друзья, мы имеем надежду. Дорогие дети, дорогая сестра Надежда, мы имеем вот эту надежду на то, что мы встретимся с нашим дорогим братом Юрой там, в небесах. Он там, как говорили братья, он там. Но сейчас мы должны поступить по Слову Божьему, должны тело предать земле. Господи, мы знаем, что эти ответы, они у Тебя. Там в вечности мы знаем все, узнаем все ответы. Но живя на этой земле, мы встречаемся с различными переживаниями, скорбями. И потому мы сейчас просим, чтобы Ты особенно поддержал и утешил оставшуюся жену и детей нашего брата Юры Стромко. Господи, поддержи их, будь для них поддержкой, защитой, охраной, чтобы они в своей жизни надеялись только на Тебя, а Ты был для них верным отцом. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил сейчас этот процесс захоронения нашего дорогого брата Юрия. Господи, мы все это вверяем в Твои святые руки. И благодарим Тебя, Господи, за то, что на протяжении этого времени Ты говорил к нашим сердцам, Ты беседовал с нами. Ты заострял наше внимание, что каждого из нас ожидает могила. Чтобы мы, живя на этой земле, жили свято, жили непорочно и жили достойно встречи с Тобой. Потому мы благодарим Тебя за все и прославляем Тебя. И пусть и погребение Юрия, пусть будет все благословенно, и чтобы во всем этом было прославлено Твое святое имя, наш вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Над прозрачной рекою, чистой, светлой, как кристалл, там воскликнем мы с Тобою, вечный день теперь настал.